Юбилей отметила поэтесса, автора-исполнительница собственных песен Светлана Азамат. Специально к ее 65-летию в музейно-выставочном центре Чебоксар открылась выставка «Стихи, рождая с музыкой, сплетаюсь». Экскурсию по выставке проводит сама именинница Светлана Азамат. Рассказывает о самых ярких страницах творческой жизни. На стендах фотографии ее родных и близких, концертные костюмы, книги и многочисленные награды. Ее творческий путь начался с музыки. Отец научил играть на скрипке, баян и фортепиано освоила в Канашском педучилище. Затем прибавились гармонь и дудочка. Писать стихи начала позже, пишет по сей день. К этому дню из-под ее пера вышло уже более 20 книг. Ее поэзия, она как-то дышит по-другому. Ее стихи поются. Не зря, потому что поэтому наши эстрадные певцы поют песни на ее стихи. Хотя официального звания такого у нее нет, но она давно уже народная у нас. Она супер-сверхнародная. Поэтому мы очень рады, что мы рядом с ней, что она рядом с нами. Светлана Азамат, известная как композитор, написала более 200 песен, нескольких музыкальных хореографических сюит. Бог, родители, Всевышний, конечно, одарили большим талантом, всесторонним талантом. Она и поэт, прекрасный поэт, она и музыкант, она и композитор, она и певица, она и общественный деятель. То есть, видите, она и педагог, то есть весь спектр творческой личности. По ее стихам, по ее музыке можно и будут изучать дальнейшие поколения, которые придут. Впереди у Светланы Азамат много планов. Она полна энергии, много работает, с удовольствием проводит творческие встречи и по-прежнему обещает радовать читателей, слушателей и зрителей своим творчеством. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.